Всем привет! Маргарита! Что? Беги сюда! У нас будет крутой челлендж с шариками! Класс! Я обожаю шарики! Лови шарики! Привет! Привет! Знаешь, какой я для тебя челлендж придумала? Нет. Ты будешь у меня как маленький ребенок лежать, и к тебе будут привязаны шарики. Я их тебе запутаю, а ты их будешь распутывать ручками и ножками. Вот такой вот интересный челлендж. Наверное, на одну руку не хватит. Да, не хватит. У нас только 3 шарика. Эту идею мне подкинуло видео. Там, где маленький ребеночек, маленький-маленький, ему папочка привязал шарики на ножки. И он барахтается, и так ему весело, и так ему интересно с этими шариками. И вот я решила организовать тебе такую игру веселую. Ты довольна или не очень? Что-то ты грустная такая! Все, давай готовиться? Давай. Итак, мы готовы. Да. А ну. Вот приблизительно вот так выглядят маленькие малыши. Ой, да ты, по-моему, сейчас сама себе шарики запутаешь. Ну, походу, плохо запутаю. Да? Ну все, давай я тебя буду путать. Ну, напутай. Закрывай глаза. Я тебе путаю шарики. Ну, вроде запутала. Кстати, я мастер в этом деле. Ну, давай, мастер, распутывай. Так, сначала надо как-то... Вы думаете, это легко? Нетушки. Смотрите, как она скрючивает руки, ноги. Мам, ну я же когда-то была на танцах. О, что, все? Да, это так легко. Так быстро? Да, мама, это как? Ладно, это был первый раунд. Второй раунд будет сложнее. Мам, учти, я училась на танцах. Я могу руки, ноги повыкручивать. Хорошо, все. Раунд номер 2. Я запутываю сильнее. Сейчас я все перемешаю. Так перемешаю, что ты ничего не распутаешь. Все. Ты же на 3-й уровень силы оставь. Все. Подожди, можно? Я уже сама запуталась. Все? Да. Так. Голубой шарик, ну иди ко мне. Тяжело? Не знаю даже. По-моему, я так запутала, что ни в жизни это не развязать будет, не распутать. Ой, мой кошелек. Так, вот там все запутано, все запутано. Вот пошла дополнительная рука. Так, подумаем. Так. Я
Там, по-моему, у тебя уже все ноги даже завязались. Да, просто так не вышло, да? Приходится с помощью дополнительной руки. Ну, шарики просто, они такие болтаются и отвлекают. Так. Ну, здесь просто надо кольцо просунуть. Здесь надо обойти. Здесь уже легче. Все. Все, и ты справилась по машинам ручками-ножками. Вот такие вот шарики вновь свободные. И что, ты готова на третий раунд? Да. Готова? Да. Давай. Отвернулась? Да. Я путаю. Иди сюда, бирюзовый шарик. Ладно, не буду я тебя в этот раз сильно мучить. Все, шарики запутаны. Надо смотреть. Нет, это вот этот шарик. Шарик в другую сторону, да, вот сюда. Это шарик. О, обошел. Вот сюда. Этот мы распутали. Так, надо сверху. Здесь надо просто чуть-чуть поболтать. Так, смотрим. Все. Получилось! Ура! Ура! Ну все, вставай! Шарик. Ты шарик. Я смешарик. Смешарик ты мой. Так, ну что, заслужила приз? Я сейчас тебе подам, куда ты бежишь. Вот, держи. Спасибо. Сладенького тебе, чтобы мозг развивался. Да? Еще лучше, хорошо. Да. Ну что, ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока! Пока-пока! Тёмки-тёмки всех, да? Да! Бай-бай! Бай-бай!